Дорогие друзья, пока я обращаю внимание на свои плодовые деревья и полезные культуры, и тут я вдруг случайно обнаруживаю, что вот тут растет у нас такой кустик, который закрывает нашу вон ту компостную кучу. И вдруг я вижу, что туда происходит. Весь куст усеян паутиной. И эта же зараза может распространиться по всему саду. Срочно удаляю. Ой, гляньте, 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 что делается. Вы посмотрите, сколько здесь животных. Ой-ой-ой-ой. Кошмар. Срочно удаляю и несу за 3-9 земель. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Так что обращайте внимание не только на свои полезные растения в саду и огороде, а еще и те, которые просто растут. Смотрите, ой, кошмар, что делается. Все, есть чем сегодня заниматься. Интересно, дорогие друзья, что когда я высыпала вот нашу компостную кучу, я заметила 2 дня назад, это была только 1 веточка. Ну, как всегда бывает. Ну, может, у вас и не всегда, но у меня так часто бывает, что вот сразу это я думаю, вот сейчас обрежу, выкину, всего 1 веточка. Но потом суета-сует. И вот когда я пришла через 2 дня к нашему кустику, вот этот весь куст надо удалять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите, что делается. Ой-ой-ой-ой-ой. Самой страшно. Вот так. Так что обращайте внимание на все свои растения в саду.